Мы собрали наши вещи. Ну, это у нас верхняя одежда. Теплая. Надеюсь, мы не замерзнем в Анталии. Плюс 10 градусов. А мы будем там завтра. У нас ночной вылет. Вот оглядываю. Последний раз. Самое, конечно, красивое место — это наш балкон. Вид на Бурдж-Халифа. И внизу торговый центр Дубай Молл. Мы сейчас пойдем туда. Вещи оставим в камере хранения. И будем гулять по торговому центру. Пойдем еще раз посмотрим. Я обзор нашего номера не снимала. Вы уже могли его видеть на канале Андре Джейм. Я вам так вот покажу, что это прям целая квартира. Тут две кровати. Санузел полноценный с ванной. Здесь у нас тоже кровать. Еще один санузел с ванной, душем. Тут три санузла есть. И вот еще один есть. Ну, здесь просто туалет, без ванной. Вот такой у нас был номер. У каждого свой. В этом отеле. Это мой туалет. Это как квартиры, да. И у нас была кухня, где мы тоже могли что-то приготовить себе поесть. Ну все, отлично прошел отдых. Столько всего интересного, эти еще эмоции надо переварить. Видео у нас будут продолжать выходить на канале, несмотря на то, что мы приедем в Турцию. Друзья, каждый отель мнение, потом я вам расскажу дома, когда будем. Тогда расскажу, дорогие зрители. Просто так на улицу увидите такое огромное такое здание. Вы так не думаете, внутри все великолепно, отлично. Не думайте вот так. Я вам все штук на штук расскажу. Народ узнает, я прямой человек, который я все реально расскажу. В общем, все, выходим. Вот был наш номер на 29 этаже. Пришли мы на ресепшн. О, тут даже по-русски. Доброе утро. Доброе утро. Достаем наши карточки. Спасибо большое. Тут очень удобство, что торговый центр прямо в двух шагах от тебя. Оставили мои вещи на хранение. Сейчас они выпишут нам код. Забираем мы. Здесь везде висят камеры. И вообще Дубай — это самый безопасный эмират. Да, да, мы тоже сказали так. 200 дирхамов нам вернули. Это он оставлял в залог. Ну что, опять торговый центр? Мы сейчас Дубай Молл, потому что нам нужно до вечера провести время. Мы не показывали вам еще фонтаны, правда же? Ждите, будут. Какие классные эти игрушки, длинные, да? Вот с ними спят. Стоит он 39,90. Все цены в дирхамах, но можно оплачивать и долларами, вам сдачу дирханами. 39,90. Хочешь подарок? Вы все-таки решили? Хочешь подарок? Ну, покупай, покупай уже. Он меня уговаривал 2 дня. А то всем купили новые часы. А это основные достопримечательности в этом месте. Да, Xiaomi. У меня тоже телефон Xiaomi. Я сейчас... А у меня вот такой. Но у него 13 лайт, а у меня вот Xiaomi 13. Вот он, мой телефончик. И стоит он сейчас 3300 дирхам. Мы покупали летом. Честно вам скажу, то, что этот телефон очень хороший. Да, и я своим очень довольна. Да. Ну и вы смотрите наше видео. Покупаем, да, серый. Грей. Вот такой же. Слушай, у нас у всей семьи теперь они. Ну они как-то говорят, ну как же, вот у всех есть. Да, у всех есть. И папа новое купил, часы. Да, есть из поездки воспоминания. Вот такие сувениры решили они привезти, часы новые. Сувениры. Посмотрим, что еще в магазине есть. Ничего, на Уни подвезли за один день. 14-й. Сюда привезут телефон, новый в марте, она сказала. Вот сувенир из Дубая.
Маме тоже подарок. Это мой. Подарок. Сувениры есть у всех. Да. Одинаковые. Ну, у меня тут все красные. Потому что у тебя меньше ручка. А у кого большая ручка, у папы, она больше. В общем, вот такие сувениры мы купили в Дубае. Оформили tax-free чек. Теперь еще осталось это использовать в аэропорту. Да. У них денег очень красиво, блин. Да. Очень красиво денежки у них. Смотри. Такой очень-очень красиво. 100. А, да. Пап, а ты пластиковые деньги видел? Вот, пластиковый. Вот это пластиковый. Пластиковый. Да. Самый лучший, 10. У меня, кстати, есть они. Мне, у них у всех есть на сувениры. Во. Видишь, что тут? Ничего с ним не происходит. Минут, еще что-то. Это 50. Дайте мне, не могут. Это 5. Очень красиво денежку нет. Айсучик в этом магазине. Сейчас я ему скажу, что я с детьми иду в другой. У нас здесь работает интернет. Мы подключились к Wi-Fi магазина, поэтому мы не потеряемся. Это у него маленькая слабость. Кроссовки. Представляешь, это 1000 дирхам, 975. Сколько у нас денег, знаешь? Почти 9000 лиров. Ну, здесь выбор интереснее, много всего. 675, да, красиво. Здесь много есть и всего. И Вьетнам. Они передумали такую обувь, 800 дирхам. Она очень легкая. Вообще. И видишь сзади, вот как выглядит сзади. Заостренные. Да, бегать этим. Да. Этим вот. Машин за рулем не сможешь. Вот, вот она, для бега. Да. Миллионы людей приезжают сюда на шопинг. Ну и торговый центр сам по себе очень красивый. Это же модель динозавра. Там часть вот костей выставлена. Юсуфчик с обновками. Супер. Вынужденный шопинг. Сынка тоже положил внутрь. Давайте его тоже положим внутрь. И мой пакетик сюда же. Потому что ему было жарко в кофте, в которой он собирается ехать в аэропорт. Там утром было холодно, да. Вечером все равно надо поменять. Вечером холодно будет. Я посмотрела, футболки эти сделаны в Индии. Все, отрывай все этикетки. Этикетки мы не гуляем. Все, вот. Есть еще этикетки? Не, нету. Нормально? Нормально. Вот. Пошли искать, видите. Две сейчас футболки нормально. На 49 дирхамов. А? Две футболки за 49 дирхамов. Самые дешевые магазины здесь, говорят. Здесь очень много народу по выходным, в пятницу вечером. Мы несколько раз мимо проходили. Вот даже в будний день народ здесь, в выходной народ здесь. Днем, утром. Ну, не, почти. Дети ушли. Мы потом им позвоним, спросим, где они. А так я смотрю, магазин всего на свете здесь. Он как огромный гипермаркет. Не только одежды, каких-то других товаров. Насчет парфюма. Они специально голову забрал, видишь? Да, ты чтобы никто не брызгался. Просто для запаха. Вам еще показать из известных. Вот Hermès. 500 дирхамов. Гуччи 460. Все, я вкусно пахну сейчас. Dior Sauvage 543. Знаешь, как туфелька. Какая красивая, смотри. Красиво, красиво выглядит. 529. Много чего они передумали. Armani 625. Вообще, если здесь проблема, друзья, духи перевезти с тобой не сможет, если ваш чемодан нет. Мы с Юсуфом остались вдвоем. Сколько дети есть? Ушли. Да, вот Adidas. Вот спорт, есть, видишь, для детей, да? Для женщин отдельно. Это внизу, это дети. Одно 135 специально... метров, 168 а? Метров. Но. Да, куда нам тут идти? Короче, мы здесь. Говорит, идти туда. По торговому центру. Вот что интересное вижу, вам снимаю. Большой паук. Ну, конечно, здесь много кафе, разных зон отдыха.
И дальше переходы куда-то идет огромный торговый центр. Хорошо, смотри, третий этаж вниз выходить нигде. А второй этаж и здесь. А сейчас мы как пропусти? Здесь. Вон лифты есть еще. Где? И, может, там дальше. Не, вон, видишь, лифт напротив. Я шучу, еще 2 дня пожили бы в этом отеле, рядом с торговым центром, мы могли бы уже здесь водить экскурсии по самым красивым местам, локациям, что днем светится. Вон какие тут бабочки. И такое ощущение, что в этой стране мы еще не были ни разу. Как красиво. Люди приходят в торговый центр не только за покупками, но и посидеть в кафе просто за красотой. В общем, убить время. Друзья, это части, которые, смотрите, арабы больше, чем в другой части. Везде арабы сидят, смотрите. Да, такие вот кафе уютные. На этом часто, наверное, специально для арабов, что ли? Да нет, просто здесь такие марки, которые нам, может, нам не интересны обычным туристам. Смотри, двухэтажный магазин Rolex. Двухэтажный Dolce & Gabbana. Gucci. Gucci двухэтажный. И значит, Prada. Самые элитные части здесь. Да. И у них отдельный въезд есть на машине. Мы... О, французский есть, даже парфюм Marlin. Да, да, все здесь есть. А где ходят наши 3 детей, мы не знаем. Мы расстались на пару часиков, дали им денежку на мороженое. У нас 100 дирхамов, я думаю, на мороженое хватит. Не только мороженое. Ну, смотря как захотят потратить. И они куда-то ушли, и мы куда-то ушли. Просто гуляем по торговому центру уже, по сути дела, бесцельно. Потому что у нас много свободного времени. И именно вот на последний день мы оставили и шопинг, и торговый центр. Хотя по нему мы пробегали уже вот 3-й день подряд из-за того, что чтобы попасть в отель, надо пройти через торговый Жена центр. Жена покупает, я так тащу. Ну, это твои там вещи. Он туда свою сумочку положил. Идем? Красиво часто идем. Идем, да, красиво. Просто вот очень выглядит. Здесь вечером будет красиво, как уютно. Вот это вверх, туда надо идти вниз. Просто так сразу вниз не спустишься, он сколько раз надо обойти вокруг. Ходишь 10 километров потом. Здесь настолько дорогие вещи, что они на витрину ставят только одну сумочку. Ну, здесь еще Prada. Tom Ford тоже, двухэтажный магазин. Здесь есть выход на улицу, но здесь вы попадаете туда, где подъезжают элитные автомобили, такси. И когда вы идете из метро, вот, вот там вот, можно видеть этот вход. А вот из метро, видишь, люди идут, вот оно. Этот вход можно видеть. Мы сюда, потому что Юсуфчику хочется сигарету. Я ему сколько раз говорила, бросай. Так вот здесь такие эксклюзивные автомобили стоят. Прям как на подбор. Можно выйти на улицу прогуляться. Отличная погода. Сегодня 3 февраля. О, видите, Бурдж-Халифа над нами. Мы выйдем обязательно во двор туда, где фонтаны будут. В Эмиратах началась зима, сейчас плюс 22 градуса, и это по их меркам очень холодно. Прям резко раз, и 1 февраля похолодало. Плюс 22, это зима вот в Дубае. Туристы ходят в футболках, местные уже оделись потеплее. Среди небоскребов. Огромный. 828 метров. И вот какая-то инсталляция.
никак не выйдем. Версаче, Шанель, Баленсиага, Джорджо Армани, Луи Виттон вон на той стороне. Одно чистит 35 тысяч долларов. Самое дешевое 35 тысяч долларов. Смотри, там много селения. Бесконечный торговый центр. А продают здесь очки. 1210 дирхам. 1330. Магазин с мишками. О, могут вас покатать по торговому центру и на автомобиле. И где больше всего народу в магазинах? О, Apple. И спустились мы на самый нижний этаж. Здесь есть выход на улицу. Ярко сегодня светит солнце. Ну все, во всей красе можно увидеть. А здесь, чтобы сфотографировать, надо на самую землю поставить телефон, иначе вся вот башня Бурдж-Халиф не входит. Есть вот знаменитые фонтаны, но это будет позже. Ну вот, торговый центр огромнейший. Вот смотрите, одновременно на музыку записывают с другого телефона и танцуют. Обязательно вот надо чем-то отличиться. Вот это наш ответ. Играет громкая музыка. Он рассказывает детям и сух, где мы находимся. Да, это хороший ориентир. Найти нас легко. Все стараются себя сфотографировать. Вот построили такую достопримечательность, которая манит людей, миллионы людей со всего мира. Здесь как библейский Вавилон, много людей, говорящих на разных языках, вот течение народа. А вот только здесь не встретите, каких только языков нет. Вот такое чудо придумали в Дубае. Построили много высоток, продают за бешеные деньги и зовут туристов сюда. А ведь интересно, действительно интересно. А те, кто скажет, что это каменные джунгли, здесь нет истории, здесь ничего. А это просто восхищаешься, неужели так можно было построить, неужели это все настоящее, все светится. Вернулись мы обратно в торговый центр. На улице жарко. Ну что, не устали вы от магазинов, от яркого всего? Немножко подустали. Мы вот думаем, где-нибудь, может, перекусим. Дети где-то бродят по торговому центру. Вот так вот никогда не встретишься, если у тебя не будет интернета. Опять мы пришли к водопаду. Ноги сами, видимо, сюда несут. Пришли мы на балкончик здесь из торгового центра, потому что устали от шума и хочется свежего воздуха. Ну, куда ни выйдешь, везде вид на эту достопримечательность, на Бурдж-Халифу. Мне вот дети предлагают, что давай, мама, мы тебе настроим твои новые часики. Работает. Все. Пошли шаги мерить. У вас почему там кордон вот такой, мой вот такой? У тебя совсем другие часы. А мы беремешок перевернули, чтобы застегивать было удобнее. Ваши очень богатые выглядят, мои такой дешевле выглядят. А тебе наоборот. А цена наоборот. Нет. Вот смотрите, какие сувениры мы везем из Дубая. У Андрея везет магнитики. А я Бурдж-Халиф. Он везет магнитики, Бурдж-Халиф. А я говорю, Бурдж-Халиф. И вот у всех. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Пакетик Зара. Там шортики и футболка. Все, мальчики устали. Остались там на мягком диванчике. А девочки нет. Мы идем дальше.
Я столько раз проходила по верхним этажам мимо аквариума, а до него мы не доходили. Ой, как красиво, здесь Тиффани. Я поверну камеру. Ой, как сделано кафе с зеркалами, очень красиво. Просто так не попадете, нужно записываться. Ну, а посмотреть можно, даже фотографируется на этом фоне. Называется здесь «Обед у Тиффани». Это вот выглядит вот так. Это очередь, чтобы зайти в Rolex, посмотреть часы. Пандора. Тоже есть во многих странах украшения из серебра. Ну вот аквариум впереди, идем к нему. Тут всегда много людей. Вот в аквариум Дубая стоит 150 дирхамов. Часть вы можете увидеть прямо из торгового центра, поэтому здесь очень много людей. О, какие большие акулы. В Италии тоже есть аквариум и туннель длиннее, чем здесь. А вон смотри, видишь, водолаз плывет. Пойдем на улицу к фонтанам. Все, уже темно, как раз пойдем смотреть фонтаны. Пошли мы, еще один выход есть из торгового центра. Здесь вот Grand Parking. Паркуются и на улице. Чтобы здесь припарковаться, нужно купить билетик на это. Уже на улице темно, красиво. Сколько людей, все идут на улицу. Вон даже огромная очередь, чтобы спуститься на эскалаторе. Вот это да! Мы здесь были днем, фотографировались. Что здесь творится сейчас? 19 часов 15 минут. Народу. Ого-го. Держаться за руки, не потеряться. Когда звучит эзан, везде выключается музыка. Шоу фонтанов. Каждый 30 минут. В Дубае написано было. Эмар. Это вот компания, которая построила Бурж-Халифа. Вот, аж на китайском тебе написали. Thank you.
пришла. А вот посмотрим мы с другой локации. Мы перешли. Да, вот эта песня была красивее, чем предыдущая. Все меняется, так что скучно не будет. Так что можно слушать каждые полчаса, смотреть, наслаждаться. Но мы уже пойдем в обратную сторону. Мы идем сейчас в этот мол. Вот такой насыщенный у нас день сегодня. Он еще не закончился. Мы еще вернемся в наш отель, заберем чемоданы, поедем в аэропорт. У нас там еще будут приключения с оформлением такс-фри. Ну, много-много всего такого. А потом ожидание нашего самолета, вылета, ночной полет. Ну, в общем, смотрите, Turkish People дальше. Летим мы сегодня уже ночью, получается, следующее число, летим мы в Анталию. Отличные были каникулы в Эмиратах, нам очень понравилось. Все, до встречи в новых видео, всем пока-пока. Смотрите, как много людей. Через 3 минуты будет опять фонтаны. Вот и даже свистят, регулируют движение. Самое главное, не потеряться. А мы уже смотрели 2 раза.